К другим темам. Клиентам моложе 21 года не наливать. Российские депутаты предлагают повысить минимальный возраст для покупки алкоголя. Мол, в 18 лет молодежь еще не понимает опасности злоупотребления спиртным. А значит, лучше для нее ввести сухой закон. Алкогольный ценз предлагают увеличить с 18 лет до 21 года. По задумке авторов нововведения, оградить молодежь от раннего пристрастия к спиртному. В пояснительной записке они ссылаются на исследования, показывающие, что 18-летний не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Это приходит с возрастом 21 год в самый раз. Отмечу, что противники меры указывают на то, что Гражданский кодекс запрещает ограничивать в правах совершеннолетних граждан.